Музыкальные сезоны в Горках продолжаются. На этот раз перед собравшимися выступила солистка Центра оперного пения имени Галины Вишневской Екатерина Ясинская под аккомпанемент концертмейстера Московской государственной консерватории Евгении Лопухиной с программой «Букет цветов из Ниццы». Я выступаю здесь всего лишь второй раз. Сегодня наша программа посвящена Международному дню цветов, который будет 21 июня. Такой по-настоящему летний праздник, очень красивый. И мы собрали целый букет музыкальных шедевров, которые сегодня хотим преподнести нашей публике. Со сцены прозвучали произведения Моцарта, Штрауса, Дунаевского и других композиторов. По словам вокалистки, в программу включили самые легкие, светлые и по-настоящему летние композиции. Помимо такой рабочей атмосферы в зале, которая какая есть она, да, очень важно почувствовать реакцию публики, реакцию зала. От этого работается еще интереснее, конечно. И действительно, выступление вызвало неподдельный интерес у публики. Многие зрители полюбили горкинские концерты, будь они в зале или на свежем воздухе, за особую атмосферу и всегда высокий уровень артистов. Нам очень нравятся здешние концерты. Каждые выходные мы сюда приезжаем. Прекрасные концерты, классическая музыка, и джаз. В общем, большая благодарность вот организаторам Ленинских горок. Очень нравится это место. Заинтересовала сопрано, конечно. Это уникальные вещи, и мы хотим насладиться этим. Здесь концерты проходят всегда на очень высоком уровне. И нам нравятся как исполнители, так и, я имею в виду, те, которые поют, так и те, которые исполняют музыку. Между произведениями Екатерина Ясинская рассказывала историю их создания и общалась с залом. А в ответ зрители одарили артистов аплодисментами. Афишу всех летних мероприятий можно найти на сайте музея-заповедника. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ.